Добрый день. У тебя есть один из Мне. Да.
Спасибо. Очень признателен. Убить! Мне нужна твоя помощь, Сюнин.
Сюнин, разведай местность. Örme, brüte ich war.
go! Нотингем. Место, где саксы и даны живут в мире. Другого я и не ждал, ведь тут правит Ярл Хеминг. С Вилли. Самое время пить! Кто за мной? Убедитесь, что груз закреплен как надо. Мы отплываем. Наливай меда. Эйвор пришел с Ноттингем. Сколь! Приплыл в Англию. Верно. И я здесь остался. Всех нас занесло далеко.
Глазам не верю. Неужто это и правда ты? Трюга, старый пес, как ты? Видеть старого друга. Добрый знак, Эйвор. Гляди-ка, твою щетину можно принять за бороду. Хе, но еще недостойно ярла. А где же Вилли? Я был рад его посланию. Сегодня я его заменяю. Они с отцом отправились в Улкенторп отражать вторжение пиктов. Осада была долгой, и ярл Хеминг жаждет покончить с ней. Давно я не сражался бок о бок с Вилли и его отцом. Но я всегда готов им помочь. Тебе стоит знать, что отец Вилли теперь не настолько крепок телом, как раньше. Как же так? Ярл Хеминг здоров как бык. Это верно. И он будет рад видеть тебя, как сколь, зажавший в зубах луну. Идем. Быстрее всего добраться по реке, но здесь для нас враждебные воды. Хорошо, что ты здесь. Мы сможем защитить коней волны. Опасность меня не пугает. Готовь корабли и отправимся в путь. Наш ярл и так слишком долго ждал. Последуем в лагерь за братом волка. Почти как у вся отца. Мой долгий путь орошала влага битв. А с победами неизбежно приходит и слава. Верно! Готовьте зверей пучины. Эйвор, брат волка, проводит нас вверх по реке. Когда мы с Вилли были детьми, по вечерам у очага ты пел нам множество славных сон. Но ни одной о том, как ты пошел на службу. Это ведь славная сон. Да, пусть и печальная. Когда я был, пожалуй, твоих лет, Скади послала нам тяжкую зиму, и в наш клан пришел голод. Там пикты! Защищайте суда! Спустить парус! Грибцы, повернуть назад! Защитим суда! Пикты вон там! Охраняйте суда! Паруса!
оставлю сюда Хеминга без защиты. Для осады у Кенторпа. Нас не потопили, брат Волка. Все корабли целы. Ярл Хеминг будет доволен. Поднять парус. Поем. If you have a friend. Есть у кого история? Поднять парус. Поднять парус. Поем, друзья. Кто нас развлечет? Пустит парус. Причалим здесь. Мне приказано отправиться в Стоунбург, и наш лагерь рядом, так что иди без меня, Вилли и Ярл Хеминг будут тебе рады.
клянусь своей овчиной. Это же Эйвор, брат волка. Здравствуй, Эйвор. Мы не видели тебя уже, верно, зим 10. Здравствуй, друг. Пикты боятся нас. Готовьтесь к битве. Клянусь Фрейей, ты здесь. Здравствуй. Ярл Хеминг, за мной посылал твой сын. Повод для радости, что в Англии редкость. Жаль только, что вести у меня не слишком добрые. Ведь на нас надвигается буря. Но при виде тебя мое сердце ликует. Ты славно выглядишь, Эйвор. Сильным, крепким. Я был рад весточке от Вилли. Думал, что в Англии о норвежских друзьях придется лишь вспоминать. Он тоже часто вспоминает о родине. Говорит, что там жить было проще. Может, он и прав. Их бойцы оживились! Пора наступать! Пока погода не поменялась. Весь мой клан откликнулся бы на твой зов. Нет нужды. Мы прихлопнем врагов, как мух. Трюгве сейчас мчится в Стоунбург, чтобы не дать им сбежать. Не пройдет и дня, как все будет кончено. Я ваш ярл, вот уже много лет. Знаю и люблю вас с тех пор, как вы были детьми. И это мне только в радость. Надеюсь, с годами ты не лишился сил. Вилли, ты не запинаешься. Что забыл выпить? Но сегодня вы бьетесь не за меня, не за друзей. Сегодня вы бьетесь за своих детей, чтобы они могли вырасти и стать честными, как и вы сами. Мы отобьем Улкерторт ради них. Трюгви и Эйвор приплыли с грузом стрел и масла. Укрепления пиктов будут гореть. Кто покажется на вершине той башни с оружием их вождя, получит меда на целый месяц! Клянусь Тором, Вилли, как я рад. О, правда? А может, ты просто хочешь вырвать славу из моих рук? Славы хватит на всех, если только ты не боишься идти со мной на битву. А, значит, состязаемся. Я первым взберусь на башню и убью вождя пиктов. За давнюю дружбу. И за грядущее. Бейтесь насмерть, Хеммингсоны! Победим сегодня! Завтра пируем! Подожгите стрелы! Гори они все огнем! Вождь пиктов прячется за спинами своих. Наверняка крепка. А он где-то будет. Получит. Вилли и брат волка вновь бьются вместе с нами. Yeah.
с той стороны. Мёд, что смогу выпить за месяц. Ты ранен? Нет, нет, прекрати. Все в порядке. Это всего лишь царапина. Хеминг, гордость не исцеляет. Тут нужен лекарь. Мой клан славно сражался, верно? Ты видел их отвагу, то, как они шли за мною в бой. Неудивительно, они верят тебе. И любят моего сына. Но Теном он не по нраву. И у меня уже нет времени их убеждать. Ты болен? Ты это видишь. Мой сын нет. Он думает, что я бессмертен. Как иначе? Он не хочет принять мое бремя. Так весть мне послал Вилли или ты, Хеминг? Я подумал, что на зов Вилли ты ответишь быстрее. Мне нужна твоя мудрость, Эйвор, и чуткость. Они твои, Ярл. Скоро соберется Альтинг, где Тены изберут нового Ярла. И я в раздумьях. Я мечтал, чтобы меня сменил мой сын. Но сам он не хочет. У него сердце воина. А еще есть Трюкве. Он умный, хороший человек. Пусть и не столь славного рода, и не так отважен. Трюкве мудр, у него ум правителя. Я уверен, Тены не усомнятся в его способностях. Пусть это поможет тебе сделать верный выбор. Вилли собирался к водопаду Киндер. Поезжай с ним. Вам есть о чем поговорить. Если я замечу рядом валькирий, отошлю их обратно. Я еще в силах от них отбиться.